пожалуйста. Добрый день, меня зовут Дмитрий, команда «Луга». Мы сегодня провели очередной матч. Ну, вы сегодня играли на расслабоне, так, нехотя, пришли на самом деле, так, чуть-чуть попинать мячик, вспомнить детство, вот. Ну, в принципе, так, ребятушек-то мы, собственно, выиграли. Ну, так, в общем-то, все было легко, просто, без напрягонов. Даже никто не вспотел на самом деле, так, свое удовольствие попинали. Ну, сейчас поедем отмечать все это дело. Всем спасибо, нам приятного вечера. Молодцы, победы. Спасибо.